Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера. Узор простой. Ничего в нем сложного нет. Состоит он из двух столбиков с двойным накидом. Единственная сложность — попасть в первую петлю столбика с двойным накидом. Но это в первом ряду тяжело, потом будет легче. А так узор легкий, вяжется быстро. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 3 петли на 2 ряда. Для примера нам нужно набрать 17 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Держим петельку и набираем 4 воздушные петли подъема. От той петли, которую держали, мы отступаем еще одну и заходим в следующую. В общей сложности мы пропустили, отступили назад 6 воздушных петель. Делаем двойной накид на крючок, заходим в седьмую петлю и вывязываем столбик с двойным накидом. 1. Две воздушные петли, делаем двойной накид на крючок и входим в столбик с двойным накидом в первое звено, вот сюда, где у нас была первая петелька провязана, и вывязываем столбик с двойным накидом. Вот у нас получился такой элемент, галочка. Пропускаем 2 петли внизу, делаем двойной накид на крючок, заходим в третью петлю и вывязываем столбик с двойным накидом. Итак, 2 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в первую провязанную петлю в столбике с двойным накидом и вывязываем столбик с двойным накидом. Мы связали второй столбик, элемент. Еще раз. Двойной накид на крючок. Пропустили 2 петли внизу. Заходим в третью. Вывязываем столбик с двойным накидом. Провязали 2 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в первую провязанную петлю. И вывязываем столбик с двойным накидом. Мы провязали еще один элемент. Двойной накид на крючок. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью. Вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в первую петлю столбика с двойным накидом. И из нее, из этой петли, вывязываем столбик с двойным накидом. Мы связали еще один элемент. Двойной накид на крючок. Пропускаем 2 петли внизу. Заходим в третью. И вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в первую провязанную петлю в столбике с двойным накидом и вывязываем столбик с двойным накидом. Мы связали еще один элемент. Делаем двойной накид на крючок, заходим в последнюю петлю и вывязываем один столбик с двойным накидом. Первый ряд связан. 4 воздушные петли подъема — это начало второго ряда. Поворачиваем работу. Теперь мы будем работать только с арочками, которые у нас находятся внутри элемента. Делаем двойной накид на крючок. Заходим в середину элемента. Вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в первую провязанную петлю в столбике
с двойным накидом и вывязываем столбик с двойным накидом. Мы связали еще один элемент, первый элемент во втором ряду. Двойной накид на крючок, заходим в середину элемента предыдущего ряда, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в первую петлю провязанного столбика с двойным накидом и из нее вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок, заходим в следующий элемент и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок. Заходим в первую провязанную петлю столбики с двойным накидом и вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий элемент, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в первую провязанную петлю. И вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий элемент в середину. Вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли. Двойной накид на крючок. Заходим в первую провязанную петлю столбики с двойным накидом. И вывязываем столбик с двойным накидом. Подойдя к концу ряда, мы делаем двойной накид на крючок, заходим в четвертую петлю подъема и вывязываем столбик с двойным накидом. Второй ряд связан. 4 воздушные петли подъема. Это начало третьего ряда. Переворачиваем работу. И делаем все то же самое. Двойной накид на крючок, заходим в первый элемент предыдущего ряда, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные, двойной накид на крючок. Заходим в первую петлю столбика с двойным накидом и из нее вывязываем столбик с двойным накидом. Элемент готов. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий элемент, в серединку, и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в первую петлю столбика и вывязываем столбик с двойным накидом. Второй элемент связан. 2 воздушные петли, заходим в середину элемента предыдущего ряда и вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в первую петлю столбика с двойным накидом, вывязываем столбик с двойным накидом. Элемент связан. Двойной накид на крючок, заходим в середину элемента предыдущего ряда, вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные петли, двойной накид на крючок, заходим в первую петлю столбика с двойным накидом, вывязываем столбик с двойным накидом. Двойной накид на крючок. Заходим в следующий элемент. Вывязываем столбик с двойным накидом. 2 воздушные. Двойной накид на крючок. Заходим в первую петлю. Вывязываем столбик с двойным накидом. Элемент связан. В конце ряда делаем двойной накид на крючок. И заходим в четвертую петлю подъема. Мы с вами связали третий ряд. Мы связали узор согласно схеме. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание будет находиться в ссылке под видео. А пока-пока!